нас получилось, потому что мы проиграли, и, наверное, у нас в этой игре очень мало положительных действий, хотя по ходу игры мы достаточно много контролировали мяч, но не могли довести атаки до логического завершения. Те моменты, которые создали, к сожалению, реализовать не смогли. Поэтому одна из немногих атак пропустили контратаку, и соперник воспользовался и забил нам мяч в ворота.